Республика практически смогла доказать то, что фермерам, пострадавшим от сентябрьского снегопада, необходима помощь федерального центра. Об этом в ходе прямой линии рассказал глава Хакасии Виктор Зимин. Вопрос о финансовой поддержке фермеров, потерявших урожай, собственно, открывал прямую линию. Для сельского хозяйства это проблема номер один. Багратский, Ширинский и Орджоникидзевский районы понесли ущерб в 300 миллионов рублей. Минсельхоз подал необходимые документы в правительство России, как рассказал глава региона, помощь будет. 100% на 90% мы сегодня можем гарантировать, что будет. Но надо поработать, взвесить все. Мы сами все заинтересованы, так чтобы наши фермеры получили компенсацию, закупили дополнительно фуража и могли спокойно зимовать. Но сразу теперь то, что касается всех потребителей. Ценовая политика в Хакасии не изменится, может наоборот даже. Я всегда говорил, ну плохой неурожайный год, наоборот, всегда ведет к снижению ценовых позиций, особенно мяса.